8:50 по местному времени на площади 30-летия Победы начинается митинг-реквием, посвященный 40-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. Правительство Афганистана обратилось за помощью к Советскому Союзу. 24 декабря 1979 года министр обороны СССР Дмитрий Устинов подписал директиву, в которой говорилось о принятом решении по вводу некоторых контингентов советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан. Так началась война, с которой многие так и не вернулись. Сегодня память храбрых мужей почитают на митинге-реквиеме. Корзина с цветами к памятнику воинам-ульяновцам, погибшим в Афганистане, несут родственники, друзья, представители духовенства и власти. Первые гвоздики от губернатора Сергея Морозова. Важен, потому что память – это самое важное, что у нас есть, и без памяти у нас нет будущего. Зная прошлое и почитая прошлых, благодаря людям, которые также воевали и в Афгане, мы имеем хорошее будущее, можем учиться и развиваться. Участники тех событий вспоминают, что во время операции у них не было ни четкого понимания задач, ни того, сколько пробудут в Афганистане. В нашей съемочной группе это подтвердил Владимир Петрович Дудко, подполковник в отставке. В декабре 1979 года их Витебскую дивизию подняли по тревоге. Владимир Петрович на войну прибыл одним из первых в ночь с 24 на 25 декабря и принимал участие в боевых действиях 2 года. Очень большие морозы были. И наш командир батальона был такой, подполковник Тарасов. Говорит, ребята, вот терпите, там жарко, говорит. Вот, ну, мы так улыбались. А потом на взлет нас приземлили на промежуточном аэродроме. Есть такой город Балхаш в Средней Азии. Ну, вот. Там мы покушали, немножко отдохнули, вызвали всех офицеров и раздали карты на руки. И тут мы увидели, куда летим. До этого никто не знал. Депутат городской думы Николай Лазарев служил в легендарной 9-й роте. В армию ушел 19-летним парнем, на родину вернулся спустя 2 года. За это время успел посмотреть смерти в лицо и потерять товарищей. Один из боевых операций попал под вывод, и 11 февраля наш полк 345-й вышел из Афганистана. Посчастливилось то, что я выжил в этой войне и вернулся в целости и сохранности. У нас в роте легендарная рота, 9-я рота, 4 героя Советского Союза в одной только в роте. Из Афгана не вернулись 102 ульяновца, и еще трое до сих пор числятся в списке без вести пропавших. Рената Алиулова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.